Друзья, всем привет! Занимаюсь пересадками бегоний из раствора в торф. Вот хочу показать, что все у меня бегонии стоят без ламп. У меня ламп нету. Так что все укореняется. И это очень такой быстрый способ, 100%-ный. В растворе укореняется быстрее даже, чем за месяц. Сейчас я вам, кто не видел видео у меня про раствор, покажу. Это очень просто. И расскажу, что потом делать. Так, друзья, очень просто развести и сделать этот раствор. Пол-литровый стакан. Дождевая вода. У вас, не знаю, у меня дождевая. Дождевая вода. Фитоспорин. Фитоспорин. На кончике ножа, ложечки. Ну, вот такое вот количество. Я сейчас не буду разводить, мне не надо. Высыпаем, разводим в воде. Мешаем, мешаем. Он у нас полностью не растворяется. Поэтому... размешиваем. Так, он все равно потом садится. Все размешиваем. Разливаем по стопочкам. Подписываем, естественно, сорта какие вот. Вот буквально вот так вот этого раствора. Да? Сейчас я вам на примере покажу. Ну, кто укоренял или, может, хочет попробовать листик, пожертвую. Пожертвую листом. Срежу. Вот, даже можно целый лист просто ставите. Вот так вот. И в тепличку. Тепличку закрываем крышкой. Вот на примере, смотрите. Стоял в растворе. Ну, почти целый лист. Вот уже росточки. Сейчас я буду это все рассаживать в торф. Вот, посмотрите, укореняется все быстро, чем в земле, ну, в торфе. Это я так приноровилась. Каждый по-своему, я в растворе. Вот она. Вот, недели три вот эти вот у меня стоят, наверное. Смотрите, вот просто лист лежит как неудобно, да? Вот он, достаю. Ну, все, укоренился, листочки. Хоть бы что, корешки вот какие. Вот он, вот так стоял и укоренился. Так, все, поняли вы, да? Берем торф с перлитом. Торф и перлит. Подписываем сорт, какой у вас там. Я делаю надрезы. Кто-то не делает, кто первый раз делаете, потому что вы можете залить, у вас может все загнить. Кто уже профессионал, они уже не делают, им это не надо. Но я делаю. Хотя я и не занимаюсь там, что переливом или что, но мало ли, бухните воды и все. Грунт такой слабо такой влажный. Вот так вот. Все. Берем вот этот лист. Всё, я его просто обминаю слегка, слегка прям слегка, все. И прям тоже чуть-чуть, все. Ставим в контейнер, ставим в контейнер. Тут у меня уже пересадки есть. Вот так вот. Ставим контейнер, свежепересаженный. Естественно, подписываем так. Подпишу. Все.
Ставим контейнер и закрываем. Все. Ждем, когда все укоренится. Все, пробуйте. Всем пока-пока. Все у вас получится.